Ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. Принцип армянской пропаганды. Когда Вадим готовил видеоролик про якобы армянскую песню «Тело», он явно не рассчитывал получить какой-либо ответ с нашей стороны. Поэтому вся его работа основана на разного рода ляпах, которые можно враз развеять пух и прах. И для этого не нужно быть знатоком музыки, лингвистики и истории, каковым считает себя Вадим. Достаточно всего лишь иметь хороший слух, зрение и разум, чтобы грамотно сопоставить столь очевидные факты почти вековой давности и сделать правильные аргументированные выводы. Все началось с выступления армянского солиста рок-группы «Саад» на концерте в Ереване, исполнившего азербайджанскую народную песню «Аман Телло». Имея на то все основания, азербайджанская сторона обвинила рок-группу в воровстве, хотя в действительности главным виновником считается армянский композитор-этнограф Камитас, католикос, получивший музыкальное образование в Европе на деньги бакинского армянина Манташева, который еще в начале 20 века нашел себя как композитора в переписывании на ноты азербайджанских, турецких и курдских народных песен. За свою деятельность он собрал ни много ни мало около 3000 песен и танцев. Песня «Аман Телло» в этом же списке, но об этом чуть позже. Давайте сначала послушаем выступление этой группы. В первую очередь отметим, что кроме азербайджанской народной песни «Аман Телло», в 80-е годы азербайджанским композитором Октаем Кяземи была написана еще одна одноименная песня «Телло». Названия и припевы обоих песен похожи. Некто из азербайджанских юзеров, по всей вероятности не имеющих музыкального образования, ошибочно в своем комментарии приравнял обе песни к одной. И тут же за эту ошибку ухватился небезызвестный нам музыковед Вадим, решив тем самым принизить историю и дату нашей народной песни «Аман Телло» и связать ее только с произведением Октая Кяземи, написанной в 80-х годах «Телло». Примечательно, что внимание Вадима привлекают ошибочные, необоснованные комментарии, в то время как немало их количество основанных на аргументированных фактах, не рассматриваются вообще. Такое отношение к предмету дискуссии может быть объяснено тремя причинами. Первое – отсутствие музыкального слуха. Хотя человек, принимающийся за столь ответственную работу, как просвещение многочисленной аудитории на Ютубе про истинное происхождение народной песни «Аман Телло», должен был прослушать оба варианта песни и почувствовать разницу. Второе. Вадим, как журналист-дилетант, взялся за непосильную его образованию и знанием работу. Третье. Он намеренно вводит аудиторию в заблуждение в надежде, что его видеоролик останется безответным с нашей стороны. Тем более, учитывая закрытие доступа к комментариям в его роликах и, соответственно, невозможность высказывания точки зрения, отличной от его. Это своего рода планированная фальсификация над предметом нашей дискуссии, что для нас не является неожиданным. Правда в том, что все три варианта вышеизложенных причин имеют свое подтверждение. Этим и мы руководствовались при составлении документального материала, после просмотра которого и вы будете иметь возможность сопоставить факты и сделать правильные выводы. Вначале прослушаем припевы и куплеты обеих песен и будем их сравнивать. Музыка.
Çağırdım sesi geldi, bahar nefesi geldi. Çağırdım sesi geldi, bahar nefesi geldi. Gömeseydim telefonu, ümidim kesilirdi. Gömeseydim telefonu, ümidim kesilirdi. Aman Tella, Tella can Tella, canım Tella, Tella can Tella. Aman Tella, Tella can Tella, canım Tella. Прежде чем приступить к детальному изучению песни «Аман Телло», надо отметить, что именно заставляет нас сомневаться в наличии армянских народных песен, фольклора и прочего, тем более периода конца XIX и начала XX веков, то есть времен сбора Комитазом якобы армянских народных песен. Имеющиеся у нас многочисленные свидетельства со стороны не только русских деятелей музыкального творчества, но даже некоторых армянских представителей, отрицавших наличие армянских песен, народного творчества и литературы, дают нам право поставить под сомнение наличие таковых вообще. Доказательство этому приведем цитаты из книги известного русского историка, этнографа Шопена «Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи», опубликованный в 1852 году. Напомним, что во времена царской России в источниках азербайджанских тюрков называли татарами. Предполагают, что даже если у армян и были национальные песни, то население их позабыло. А если пели, то в основном на татарском или персидском. Если даже у армян и были национальные танцы, то они, как и свою национальную музыку, потеряли. Все сегодняшние танцы этого народа взяты у татар и горцев. У последних армяне заимствовали танец, известный под названием «Лезгинка». Факт исполнения армянами в основном азербайджанских песен было отмечено и армянским этнографом Лепаритом Назерьянцем, так как он в своем исследовательском материале о свадебных обрядах и обычаях армян Ереванской губернии, опубликованный в журнале «Этнографическое обозрение» в 1901 году, четко отмечает, что в среде армян песни на свадьбах поются по большей части на татарском, а иногда и на курдском языке. Назарьянц в своей статье приводит азербайджанские слова из одной из этих свадебных песен, которую пели молодые парни и девушки во время исполнения популярного азербайджанского танца под названием «Яллы». Это народная песня «Дамустюнда дамумыс», которая и сегодня популярна в среде азербайджанцев. Народное творчество армян было настолько в плачевном состоянии, что даже на празднике Вознесения Христова, то есть Катнов, пели и танцевали народные песни мусульман-азербайджанцев. Приведем цитаты из статьи русского этнографа Зелинского «Из быта армян, переселенцев из Персии, живущих в Нахчеванском уезде Ереванской губернии», опубликованный в 1881 году в первом выпуске «Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа». Кроме хоровых песен и гадания, в этот день устраивают также разные игры и общие танцы по мотиву татарской песни «Сары-сары гёзелляр». Припев другой песни, исполняемой армянами, «Джан гюлюм джан джан», также часто встречается в азербайджанских песнях, где слово «гюлюм» указывает на принадлежность первому лицу, что непосредственно характерно только для азербайджанского языка. То есть слово «гюлюм» обозначает «мой цветок».
А русский композитор Корещенко в своей статье «Наблюдение над восточной музыкой, преимущественно кавказской», опубликованной в журнале «Этнографическое обозрение» в 1898 году, писал: «Одноголосое пение, так отличающую музыку мусульман от музыки христианских народностей, сохранилось у армян, несмотря на то, что они христиане. Армяне всегда поют или соло, или же в унисон. Даже самый характер и оттенок исполнения песен у армян являются точной копией с персидско-турецкого». Величко в книге «Кавказ» отметил: «У армян нет и не было за все время их существования сколько-нибудь поэтического произведения, то есть одного из наглядных признаков цветения народного духа. Как ни стараются более усердные, чем даровитые литературные птенцы, вроде господина Юрия Веселовского и ему подобных, убеждать русскую публику в существовании хорошей армянской литературы, дальше лепета они не идут, потому что как ни усердствуй, а из ничего только и получится ничего». Эти цитаты расписывают плачевное состояние, вернее отсутствие как таковой армянского народного творчества середины 19-х, начала 20-х веков в целом. А следующие публикации непосредственно связаны с самим Комитазом. Приводим цитаты из статьи «Характеристики эстетических взглядов Комитаза». Эта статья опубликована в 10-м номере журнала «Известия Академии наук Армянской ССР» в 1953 году. Автор этой статьи – Брутян, она же автор книг о жизни и творчестве армянских музыкантов. Комитазу пришлось не только воскресить и очистить истоки армянской национальной музыки, чтобы на этой базе создать новую профессиональную культуру, но и вести огромную полемику вокруг такого вопроса: существует ли самостоятельная самобытная армянская музыка или нет? И если она существует, то какая музыка является армянской? Страница 53, второй абзац. В ответ на высказывание епископа Степане о том, что у армянского крестьянина будто бы нет устной поэзии, Комитаз иронически замечает: «Значит, наш народ лишен поэтического дара? Исторические события и жизненные явления остаются для него безразличными?» Страница 53, седьмой абзац. Комитаз едко высмеивает необоснованные утверждения некого Тиракяна, доктора и любителя стихов, который писал, что, по его мнению, так называемой армянской музыки в научном смысле слова не существует. Страница 53, девятый абзац. То, что Комитаз впервые переписал песню «Амантелло» на ноты, не доказывает принадлежность данной песни армянскому народу. Комитаз не был великим композитором, как это преподносят и представляют армяне, а больше этнографом, получившим музыкальное образование в Европе. Он переписывал на ноты не только так называемые армянские народные песни, но и азербайджанские, турецкие, курдские песни. Хотя, если бы были бы таковые, то об их отсутствии не говорили бы сами армянские музыканты. Предлагаем цитаты армянских исследователей из статьи Брутяна: «Записи Комитазом курдских, турецких и других народных песен и их глубокое изучение являются ярким доказательством того, что он высоко ценил народное творчество и других народов». Страница 54, седьмой абзац. То, что творчество Комитаза основывается только лишь на этнографии, подчеркивается его учеником Спиридоном Меликяном в его книге «Анализ произведений Комитаза». Он пишет в ней: «Не может быть и речи о творческом подходе Комитаза к народной песне, что посвятивший всю свою жизнь делу собирания народных песен этнограф Комитаз даже в своих обработках не освободился от психологии этнографа». Страница 64, второй абзац. Тем более, учитывая тот факт, что творческая деятельность католикоза Комитаза была непосредственно связана с церковным песнопением, куда он попал в 12-летнем возрасте. В дальнейшем, приняв сан, стал учителем музыки в семинарии. И еще отметим тот немаловажный факт,
что взятые Кемитазом на ноты азербайджанские, турецкие и курдские народные песни нигде не отмечались и не издавались как собрание народного творчества разных народов, а полностью были армянизированы и представлены как армянское народное творение. Именно поэтому подобного рода претензии к армянам наряду с нами неоднократно высказывались и турками, и курдами. Начнем с главной темы нашей дискуссии – этимологии имени Телло. Имя Телло происходит от тюркского слова «тель», что означает «волос». Телло – это импровизация имени Телли, Теллер, и характеризует красивую девушку с длинными волнистыми волосами. В официальном государственном сайте Азербайджана имя Телло преподносится как вариант женского имени Телли. Это имя получило широкое распространение еще со времен кыпчакских тюрков. Наряду с азербайджанскими тюрками это имя встречается и у других тюркских народов – казахов, каракалпаков и других, которые также считаются отчасти прямыми потомками кыпчакских племен. По свидетельствам древних рукописей, грузинских источников, кыпчакские племена автохтонно проживали на территории Азербайджана вдоль берегов реки Кура. Это те воинственные племена, что 2000-2500 лет назад воздвигали крепости против инородных захватчиков. О них повествовали как об отважных и бесстрашных тюркских племенах, воюющих даже против войск Александра Македонского. И увидев эти роды порочных язычников, которых мы называем бунтурками и кывчаками, сидящих на реке этой Куре вдоль ее изгибов, удивился этому Александр, ибо никакие роды человеческие не делали того, и пожелал искоренить их из тех городов, но в то время не смог, ибо нашел крепости крепкие и города сильные. Есть также другая версия происхождения имени Телло. Азербайджанский фольклорист, этнограф Мамед Элли связывал значение имени Телло древнетюркским словом «телу», что обозначает «игит», «отважный», «храбрый». Данная версия находит свое подтверждение в книге ученого-этнографа Гейбуллаева «К этногенезу азербайджанцев» и в этническом словаре тюркского языка Сивана Нишаняна. Как видим, и Гейбуллаев, и Нишанян значение слова «игит» – «отважный», «храбрый» и используемое ныне тюркско-азербайджанское слово «дели», что дает определение сумасшедшему безбашенному человеку, связывались с перевоплощенным древнетюркского слова «телу». Смысл слова «дели», часто встречаемое и в обращении к герою эпоса тюркского Дастана Кёроглу, как Дели Кёроглу, характеризовал героя как отважного, храброго, воинственного. Заметим также, что в Турции некоторые пляс-танцы, халай, схожие с танцем яллы, называются делиле, которые также подтверждают версию телу, дели. В народной среде танец яллы характеризует отважных, храбрых и воинственных, отчего не случайно его исполняют коллективно и женщины, и мужчины. В Азербайджане существует несколько видов яллы-танца телло, телло-яллысы. Для начала обратим внимание на исполняющиеся нахчевани телло-яллысы.
Танцующие поднимают руки на уровень плеч, держась друг за друга мизинцами. Сам процесс танца состоит из двух быстрых частей, во время исполнения которых плечи движутся вниз и вверх. Среди группы танцующих есть ведущий Ялы-Баши, движение которого повторяет весь коллектив. Комитас также описывает образ Ялы-Баши, обозначая его как ведущего. Он записал на ноты песню, исполненную вместе с танцевальными действиями девушек. По его описаниям, очевидно, что они исполняют именно телло-ялысы. Этот факт очередной раз доказывает принадлежность данной композиции именно азербайджанскому, тюркскому народному фольклору. У армян же песня «Телло» сегодня демонстрируется в хоровом и соло-исполнении, без танцевального сопровождения. Теперь же обратим взор на записанные комитазом на ноты мелодию «Телло» синхронно с танцем «Яллы», то есть «Телло-Ялысы». То есть Комитас записал телло-ялысы в песне с танцами, а ныне армяне поют именно песню «Аман Телло». Из всего этого налицо факт взаимствования и присвоения Комитасом мелодии азербайджанского народа. Песня «Аман Телло», воспевающая любовь и разлуку, была создана на основе мелодии «Яллы танца Телло». Слова песни были написаны в жанре баяты, одного из видов азербайджанского лирического жанра, а также в этом жанре устной народной литературы Азербайджана – баяты. Мы часто натыкаемся на имя Телло. «Ай джананым оянды, тендерде тезек янды, оджағын батсын Телло». Güvecin dibi yandı. Tello gider, yan gider. Açma yaram, gan gider. Yüz min təbib neylesin? Əcəl gəlsə, can gider. Факт распространения имени Телло в начале 20 века, то есть во время записи этой композиции на ноты Комитасом, среди азербайджанцев неопровержим. О популярности этого имени в Азербайджане говорит также довольно внушительный список песен и танцев. Топала тело, гель, я нула, дула, дула.
da çınar ağacı tello, çay da çınar ağacı tello, çift gezerek bacı tello, çift gezerek bacı tello, büyüğü hele mele tello, büyüğü hele mele tello, küçüğü can ilacı tello, küçüğü can ilacı tello, hop tello can tello can tello, hop tello can tello can tello, yaktın beni sunacan tello, yaktın beni sunacan tello. Erzincan'dan Kemah'tan tello 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 can, yar gelir oynamaktan tello 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 can, kız parmağın ağırmış tello 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 can, zil çalıp oynamaktan tello 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 can, kız parmağın ağırmış tello 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 can, zil çalıp oynamaktan. Еще одним из важнейших моментов в представленном ролике является несоответствие названия песни, записанной Комитасом как «Телло», что видим в скриншотах с нотами, с тем, как называет его Вадим – «Телло» без двойного «Л». Мы не знаем причины столь очевидного искажения Вадимом названия песни. Возможно, это объясняется нежеланием признать несвойственность в армянских именах двойного «л», что как раз очень характерно для азербайджанских имен «телли», «гюллю», «халлы» и прочих. А дальнейшее связывание имен или «телик», или «тельман» с названием песни просто смешны. Связать же название народной песни «телло» с мужским именем «тельма» немецкого происхождения, который был записан на ноты армянским этнографом Комитасом в начале 20 века, мог только гениальный музыковед, непревзойденный лингвист и историк Вадим, не гнушающийся ничем ради пробивания идеи армянизации всего слышимого и видимого в регионе. Да будет известно нашим уважаемым юзерам, что имя «Тельман» стало популярным в Советском Союзе после трагической гибели лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана в Бухенвальдском концлагере в 1944 году. Только после войны этим именем стали нарекать новорожденных мальчиков по всему Союзу, в том числе и у нас. А это как минимум через 10 лет после смерти самого Комитаса. Такое несерьезное отношение к объяснению происхождения имени Телло Вадимом наводит на мысль, а почему сразу не Отелло? Ведь вероятность распространения этого имени во времена Комитаса среди армян более высока, учитывая огромную популярность произведения Шекспира, жившего за несколько столетий до начала претворения в жизнь идеи создания армянского народного творчества. В любом народном творчестве, будь то музыка, поэзия, танцы или устные предания, встречаются произведения, прославляющие мужество и доблесть героев. Но слагать лирические песни в честь мужчин, к числу которых относится и Тельман, по крайней мере, у нас так не принято. А женское имя Телик не такое распространенное в Армении, и ее наличие у 3-4 армянок не повод, что в честь нее слагались песни. С таким же успехом вместо «телик» можно было бы ухватиться также за другое, более распространенное армянское имя «тангик». Тем более она является героиней небезызвестной армянской притчи. А примечательна эта притча тем, что армянка «тангик» не умела готовить долму и узнала рецепт этого блюда у своей соседки Телло. Национальность наших героинь, по идее,
ни у кого не должна вызывать сомнений. Непревзойденный лингвист Вадим также долго и нудно объясняет значение слова «аман» в армянской этимологии, пытаясь обосновать характерность этого слова для своих народных песен. В армянских записях песни «Сары Гялин» есть такое выражение «Нейним аман аман сары гялин». Только после справедливо обоснованных требований и замечаний азербайджанцев по поводу этого выражения армяне начали исполнять эту песню на курдский лад, как «Длей аман». А выражение «Сары Гялин» поменяли на «Сары Ахчик». Напрашивается вопрос – если армяне и вправду в течение многих столетий, как они сами утверждают, исполняли свои народные песни и использовали слово «аман», как характерное для их народных песен, то почему они сразу же заменили выражение «нейним аман» на «длей аман», а «сары гялин» на «сары ахчик»? Председатель Верховного Совета Армагетропа Вадим всячески отрицает присвоение армянами азербайджанских песен. Он с большой уверенностью требует предоставления фактов по поводу воровства. Их же настолько много, что если собрать все материалы в области кражи армянами азербайджанских песен и танцев, то, несомненно, получится многосерийный фильм. Он также утверждает, что азербайджанская страна ни разу не обращалась по поводу нарушения авторских прав в соответствующие органы. Приводим факты. Кража и присвоение армянами в течение многих лет образцов духовной культуры Азербайджана, национальных фольклорных песен и танцев, произведений азербайджанских авторов, значительную роль сыграла деятельность звукозаписывающей студии «Ани Рекордс». Музыка, предложенная студией Ани Рекордс, была тщательно отобрана по всем направлениям так называемой армянской культуры. Они присваивали многие образцы нашей народной музыки и произведения азербайджанских композиторов, а именно азербайджанские танцы, вокзалы, яллы, тәрәкәмә, узундәрә, казахы, песни ханбажы, дәлиджейран и многие авторские произведения азербайджанских композиторов. Эта пиратская студия, экспроприирующая азербайджанскую музыку, подменяла имена оригинальных исполнителей именами армянских или же общими названиями типа «Рабиз-Рабиз», «Армянские танцы», «Звезды Армении». Ее деятельность была основана на плагиате, контрафакции, фальсификации и мошенничестве. Длительные поиски этой студии привели к выводу,
что она не состоит на учете и не пользуется лицензиями российских и международных структур. В соответствии с обращением посольства России Азербайджаном была пресечена незаконная деятельность студии «Ани Рекордс». Эта студия нелегальным путем получила лицензию на изготовление аудио- и видеокассет в 2003 году и находилась по адресу Ростовская область, село Чалтырь, улица Мясникяна, 90. Напоминаем, что в опубликованной ростовской газете «Седьмая столица» особенно впечатляет обоснование своих действий по поводу плагиата азербайджанской музыки формальным руководителем этой студии Авиндяном. Что касается азербайджанской музыки, да откуда я мог знать, что она не армянская, у нас ее все время играют. В связи с незаконными действиями дальнейшая деятельность студии была приостановлена. Да и крадут армяне не только у нас, но и турков, и курдов, то есть у всех народов, с кем они долгое время жили бок о бок. С народной песней «Амантелло» мы вам представляем всего лишь маленький эпизод очевидного факта – фальсификации и плагиата нашей народной музыки. Мало того, что армяне приписывают народные песни, у которых нет конкретного автора, но характеристикой принадлежности к тому или иному народу является стиль написания и исполнения самой песни. Они также безбоязненно и без зазрения совести армянизируют авторские произведения азербайджанских и турецких композиторов. Это подтверждают даже некоторые, не потерявшие стыд и совесть, армянские музыканты. Երկչուհի Գոգան ուզում էր չիմանային, բայց Հայաստանում բոլորն իմացան, Գոգան տիրացել է թուրքերի երգացանկին։ Գոգայի չիմանայի երգին հաջորդեց Աննա Արմենակյանի «Ջանիմ ջիգյարը» հիմա արդեն երգչուհիները հայերին գցեցին կրակի մեջ ու հեռացան Միացյալ Նահանգներ, չնայած Գոգային ու Արմենակյանին փոխարինողներ որքան ուզեք։ Եթե ասենք Արման Հովանեսյանը կարա, Նունե Եսայանը կարող է լինել վաստակավոր արտիստ, ինչքան վաստակավոր արտիստ կա իրան հարգող, պետք է կոչումները հետ։ Հերիքա փողին գերի լինենք, հերիք է, մի քիչ մտածենք նրա մասին, որ մենք լինենք արժանապատիվ ու հայ, ամոթ է։ Եվս 1-2 համեմատություն 2006 թվական երգում է Ադրբեջանի վաստակավոր արտիստ Ռեքսանեն, 2010-ին հենց այդ երգը թարգմանում ու կատարում է Թաթուլ Ավոյանը։ Երկու հազար 2012-ի գլուխգործոցը ադրբեջանական հիթը հայկական տաքսիներում ու ռեստորաններում մատուցում են Ռաբիզի Թաքուհի, Նանան ու ադրբեջանական երգերի սիրահար Սպիտակցի Հայկոն։ Ինչու եք թարգմանում եւ երգում թուրք-արաբական երգեր, երբ այդ հարցը տալիս են երգիչներին, նրանք սովորաբար արդարանում են, ասելով, որ դա շուկայի ավելի ճիշտ հասարակության պահանջն է, սակայն չի բացառվում, որ մի օր հասարակությունը պահանջի, որ հենց այդ երգիչները մերկանան եւ վազեն Երևանի փողոցներով։ Փողը մութ տեղում լույս է տալիս հայտնի խոսքը մեր երգիչներից շատերի համար դարձել է կարգախոս։ Ազդարարը փորձեց զրուցել թուրք-ադրբեջանական երգեր կատարող հայ երգիչների հետ, սակայն պարզվեց, Ռաբիզի աստղերը չափազանց զբաղված են եւ ժամանակ չունեն զրուցել լրատվական ծրագրերի հետ։ Հավանաբար թարգմանում էին հերթական երգը, ուստի զարմանալի չէ, որ Հայաստանում միայն էստրադա երգողներին կարելի է հաշվել ների վրա, ու մեկ էլ տեսար մի օր որևէ միջազգային բեմահարթակում հայկական դրոշի ներքո հնչի ադրբեջանական երգ մերոնց մատուցմամբ։ Նիկոլայ Մելիքյան, Հակոբ Ազատյան, Արտակ Ներսիսյան, Ազդարար։ Չով ճեշմշամ մուդարվարդան դուրնա գözlü բուլարվարդան eşirmişam uzaqlardan sakit axan arazları sınırmışam dostluğa el bilir ki sən mənimsən Yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül canım, Azərbaycan, Azərbaycan.
Könlüm keçir Qarabağdan, cah bu dağdan, cah o dağdan. Axşam üstü qoyuzardan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. В мире существует несколько городов, каждый камень, каждая улица, да и вся аура которых пропитана музыкой. Например, Вена в Австрии, Неаполь в Италии, Шуша в Азербайджане. Один из прекрасных уголков Карабаха – город Шуша, что являлся храмом и колыбелью азербайджанской музыки, родина многих известных деятелей культуры, особенно музыкантов, композиторов и певцов, из-за чего город часто называют консерваторией Кавказа. Такие гениальные мастера искусства, как Кузер Гаджибеков, Джабар Гарьяхдоглу, Гурбан Перимов, Бюль-Бюль, Сейд Шушинский, Хан Шушинский, Рашид Бейбудов, Ниази, Сулеймян Алискеров являются шушинцами. Имя Джабара Гарьяхдоглу, основоположника новой вокальной школы Азербайджана, видного деятеля культуры, автора многих песен и тасникхов, знаменитого хана Андай певца, было известно не только в самом Азербайджане, но и далеко за ее пределами. Искусством певца восхищались Федор Шаляпин, Сергей Есенин, Рейнгольд Глиер. Сергей Есенин, услышав пение Джабара Гарьяхдоглу, назвал его пророком музыки Востока. На концертах, которые давал Джабар Гарьяхдоглу в различных зарубежных странах, он выступал с различными музыкальными составами, а эти выступления систематически записывались. В течение 1906 по 1915 годов Джабар Гарьяхдоглу, Алискер Абдуллаев, Сейд Мирбабаев, Ислам Абдуллаев, Мешади Мэммед Ферзалиев, Кичичи Оглу Мухаммед, Меджид Бейбутов и многие другие хананда были приглашены фирмами «Граммофон», «Спорт Рекорд», «Патэ», «Экстрафон» в Ригу, Варшаву, Петербург, Киев, Москву, Тифлис, где их голоса были записаны на граммофонные пластинки. В 1908 году Джабар Гарьяхдоглу вместе с коллегами по творчеству Мешади Мэммед Фарзалиевым, Мухаммедом Кечичиоглу получили приглашение из Варшавской звукозаписывающей студии «Спорт Рекордс». Здесь, наряду с другими народными песнями, исполненными с хором, также на пластинку была записана песня «Амантелло». У нас имеется уникальная запись 1908 года.
Резюмируя вышесказанное, мы хотим ограничиться общим представлением процессов, происходящих с нашим культурным наследием со стороны нечистых на руку армян. Арменизация, как правило, проходит по некоторой наработанной схеме через этапы освоения, присвоения и заключительной арменизации, то есть пришел, увидел, присвоил. Дополнив слова известного литературоведа XIX века Полсаняна, «Наши мелодии разнообразны, в Таджикистане таджикские, в Грузии грузинские», нам остается подтвердить, в Азербайджане азербайджанские. Приведем цитаты от основоположника армянской классической литературы Хачатура Абавяна из книги «Рана Армении». «Азербайджанский язык настолько внедрился в наш язык, что песни, стихи, пословицы звучат у нас по-тюркски. Да будет проклят тюркский азербайджанский язык, но он получил благословение Господне. Наш язык действительно благословен, ибо красота языка создает почву для развития испокон веков столь богатого народного творчества в особых, присущих только нашему народу жанрах. И с каждым новым разоблачением, опирающимся исключительно на достоверные факты, мы убеждаемся в том, насколько наша культура сегодня стала костяком армянской культуры. Мы не просим, чтобы готовили наши блюда, пели наши песни, отплясывали наши танцы. Отнюдь. Просто не надо все это приписывать себе и представлять миру как свое, армянское. Как-никак этимология и национальная черта, сопряженные со столь любимой вами историей, в совокупности не дадут солгать ни вам, ни нам. Как говорится в азербайджанской народной пословице «Ялан аяхтутар еремес» – ложь станет на ноги, но не пойдет.